Юбилейный чемпионат по боулингу среди команд Ненецкого округа прошел накануне Дня молодежи. 20 команд сразились за звание лучших игроков. Покатать шары пришли представители учебных заведений и работающая молодежь. Лучший игрок двух прошлых чемпионатов Алексей Волков не упускает возможности покатать шары. За 5 лет менялись названия и состав его команды, но неизменно одно – стремление быть первым. Для этого сборная команда работающей молодежи «Шарокаты» регулярно тренируется. Я помню, 5 лет назад был первый молодежный турнир. У нас команда называлась смешно очень «Ненецкие бедуины». Мы тогда заняли 4-е место, а получили приз за волю к победе. И с тех пор хотелось попасть в призы. Вот. И на следующий год мы уже были в тройке. И вот 2 года подряд нам удавалось занимать 1-е место. Ну, в этом году постараемся тоже победить. Надеемся на хороший результат. Без малого 4 часа команды сражаются за звание лучших. Несмотря на большое количество участников, 20 команд по 4 игрока, в финале борются самые стойкие. 5 игр на проход в финал. Выбирается 4 команды по числу максимально набранных баллов. Набираясь все больше опыта игры в боулинг, Алексей Волков набрал 171 балл и вновь стал лучшим игроком чемпионата, а его команда заняла 2-е место. Призовое место каждый год занимает команда «Бриллиантовая рука». В боулинге, признаются молодые люди, есть свои секреты. Дорожка специальная, поэтому необходима особая обувь. Все шары разного веса, каждый человек может подобрать себе шар. Некоторые люди кидают на точность, некоторые люди кидают на силу. В принципе, оба подхода приносят результат. Точные удары по кеглям принесли команде звание чемпиона. Впрочем, без призов не остался никто. Организаторы наградили постоянных участников чемпионата. Надежда Литкова, Сергей Качегов, телеканал «Север».